Весной 2016 года игроку Сибири 2009 Максиму Андронову врачи поставили тяжелый диагноз – острый лейкоз. О тренировках и обычном образе жизни пришлось на долгое время забыть. Но не о любимой команде. Максим следил за Сибирью даже в самые трудные моменты. Любимый игрок Максима – Константин Акулов, с которым мальчик даже успел познакомиться по интернету. А едва появилась возможность, Константин пригласил Максима в гости на ЛДС Сибирь. Спасатели в чужую трудную минуту. Хочу, чтобы болит. Тут приходит. Молодец.